Значит, они хотят, чтобы вы перешли на их сторону. Они хотят, чтобы вы верили в их желание о том, как вы должны думать о себе. Они сомневаются в вас, а вы верите в то, в чем сомневаются они. Вместо того, чтобы вы проснулись от своего сна. Вместо того, чтобы вы проснулись от этого кошмарного отчаяния. И позволили вашим возможностям воплотиться в жизнь. Это будет трудное время, дамы и господа. Это будет тяжело. Вас ждут очень тяжелые времена и тяжелые дни. Но это не значит, что ваши идеи умрут. Что вы должны остановиться. Что вы должны перестать верить в себя. Вы просто должны продолжать работать. Когда люди смотрят на вас с левой стороны, с правой стороны, спереди и сзади, а вы стоите посередине, просто помните, все наблюдают. А вы просто дайте им что-нибудь, на что посмотреть. И пусть они это увидят. Вы наблюдаете за мной? Смотрите на это. Или вы хотите остановить меня? Вы не сможете это остановить. Это ментальность, которую вы должны иметь внутри себя. Но ты хочешь сдаться сейчас? Все нормально? Да, немного больно. Но я это чувствую. Я знаю, как чувствуется эта боль. И я знаю, как продолжать идти дальше. И я знаю, как продолжать двигаться вперед. Как стать продуктивным в моей жизни. Вы не можете остановить то, чего вы не создавали. Вы можете ненавидеть, но вы не можете доминировать. Потому что это принадлежит мне. Осознаете ли вы то, как трудно быть другим? Означает ли это, что вы должны остановиться? Позор вам! Если у вас недостаточно сил в вашем мышлении, в вашем сердце и в вашем духе, послушайте! Да, я говорю с вами! Вы были поставлены в положение, в котором вы в конечном счете сомневаетесь в себе. Вам повторяли снова и снова, что вы не такой уж и великий, вы не настолько хороши. Да, вы начали верить. И все эти вещи, которые вам говорили, большую часть вашей жизни, это ваша ошибка. Потому что у вас больше веры и уверенности в людях, которые сомневались в вас. Вместо того, чтобы верить в себя. Вы не должны начинать с самых верхов. Вы должны вырастить себя. Вы должны верить в себя. Я никогда не говорил вам, что будет легко. На самом деле вы этого не заслуживаете. Если вы не сможете с этим бороться, вы этого не заслуживаете. Если вам от этого не больно, вы этого не заслуживаете. Никто не имел бы такого большого успеха в жизни, если бы он ничего не приложил к этому. Мы никогда не знаем предысторию истории. Да, есть люди, которые обманули свой жизненный путь. Это не имеет к вам никакого отношения. Вам нужно сосредоточиться на вере в себя. Гордиться собой. Вы делаете то, что вы должны делать. И подпитывайте свои идеи, подпитывайте свои мечты, потому что они голодают сейчас. Вы не сможете продвинуться вперед. Если все, о чем вы думаете, это сомнения и негативные вещи, которые говорят люди. Потому что вы больше полагаетесь на их идеи и их мечты о вас, вместо того, чтобы полагаться только на свои мечты и представления о себе. Зачем вам окружать себя людьми, у которых нет грандиозных идей? Зачем вам окружать себя из-за количества? Вы знаете, многие люди склонны задаваться вопросом, сколько у них друзей и сколько людей в их кругу общения.
У меня миллионы подписчиков, а у меня десятки тысяч и тысячи тысяч людей, которые меня поддерживают. А скольких этих людей вы знаете на самом деле? Осознаете ли вы силу, которой вы обладаете прямо сейчас? Даже люди, которым вы не нравитесь, тянутся к вам. Они видят вас, но они не видят вашего величия. Они не видят того, что у вас действительно есть внутри. Они боятся этого. Они не справятся с этим, они не поощряют это, потому что они несчастны. Сегодня признайте ваши истинные убеждения. Перестаньте думать, что весь остальной мир против вас. Да, есть несколько человек, которые, возможно, никогда не поддержат вас. Но у вас есть один, только один человек, который имеет небольшие значения. И это вы, мой друг. Вы. Так что работайте. Копайте немного глубже. Поддерживайте свои идеи. Выхаживайте свои идеи. Подпитывайте свои мечты. И воплощайте их в жизнь. Верьте в себя. Когда все поворачиваются к вам спиной, верьте в себя. И точка. Вы еще не закончили. Вы просто работаете. Если вы работаете, вы растете. Так что продолжайте в том же духе. Стойте на ногах крепко и никогда не сдавайтесь. Этот момент вашего времени – это момент вашей жизни. Это проверка реальности, которую вы заслуживаете. Я здесь не для того, чтобы заставить вас чувствовать себя теплым и пушистым. Я здесь, чтобы вам сказать, что реальность реальна. Поэтому будьте честны с собой. Поймите свою ценность. Не обесценивайте себя. Осознайте, что для вас есть нечто большее, нежели меньшее. Продолжайте фокусироваться в вашей цели. И скажите слабости отойти в сторону, потому что силы прибавляются и увеличиваются. Будьте продуктивными, смотрите только вверх и от всего сердца делайте дела, которые нужно делать.